Всем привет! Сегодня быстрый такой обзор маленькой посылочки. Почтовый ящик кинули. Даже не знаю, что тут. Сейчас быстро посмотрим. Опа-на! Во, блин! Не знаю, что это за херня, но я ее не заказывал. Короче, вот такой вот у нас воблеров. Я заказывал воблик, но не такой расцветки, конечно. Другую расцветку положили. Вот. Вот что нам пришло. Я даже не знаю, сколько он. 35 то ли. 40 рублей. Крючки, кстати, хочу сказать. Четкие. Странички. Ну, сам по себе не АЕ. Хотя. Падка у него, конечно. Скоро проверим. Всем привет. Сегодня быстрый такой обзор маленькой посылочки. Почтовый ящик кинули. Даже не знаю, что тут. Сейчас быстро посмотрим. Опа-на! Во, блин! Не знаю, что это за херня, но я ее не заказывал. Короче, вот такой вот у нас воблеров. Я заказывал воблик, но не такой расцветки, конечно. Другую расцветку положили. Вот. Вот что нам пришло. Я даже не знаю, сколько он. 35 то ли. 40 рублей. Крючки, кстати, хочу сказать. Четкие.